Советский ЗИЛ периода Великой Отечественной войны. Самые маленькие жители Октябрьского района приходят в восторг. Несмотря на свой юный возраст, они уже знают о силе техники Красной армии. Чтобы перевозить военных, например, разведчиков или еще кого-то. Под легендарные «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь» некоторые жители Октябрьского района танцевали прямо в гимнастерках. Я вот так выражаю это, свою акцию. Я помню, я горжусь. Ну, просто одет, что по форме 45-го года. И вот эти вот бутафории орденов и наград. То есть это были любимые награды моего деда. К праздничной программе присоединился Банк «Восточный». От банка была организована фотозона в антураже военного времени, где каждый смог бесплатно сделать фото. А те, кто верно ответил на вопросы викторины, получили ценные подарки от банка. Книги из коллекции «Великие полководцы России». Слово, связанное с банком, с финансами. Татьяна. Тогда давайте... Филиал банка. Супер. Счет в банке, да ты умница. Оказалось, что даже юные жители района могут посоревноваться со взрослыми в финансовой грамотности. Это как личное дело каждого родителя. Он должен, конечно, проводить, ну, как разговоры по этой теме, чтобы ребенок был ознакомлен с этим вопросом. От лица всех сотрудников ведущие поздравили ветеранов и жителей города с Днем Великой Победы.